Уважаемые коллеги, или неуважаемые коллеги, мы можем другое уважать или нет, есть вопросы, по которым мы голосуем одинаково, борясь за хорошее ЖКХ. В данном случае мы лишаем права городских жителей высказать свое мнение. То, что на сайтах было обсуждение, не каждый рядовой житель города Херсона имеет компьютер, особенно люди, которые являются представителями старшего поколения. Это однозначно. У меня мама в гробу переворачивается, которая прошла за стенки гестапо, вместе с тобой за прощиком сидела здесь, у нас в Херсоне. Те краснофлотцы, которые с Крыма перебросили для того, чтобы они прикрыли этот берег и могли люди переправиться, освободить наш город Херсон, вам улица Краснофлотская уже не нравится. Давайте царские названия возвращать. А оптом вот так вот дальше голосовать, это просто беспредел то, что здесь творится. Зоя Яковлевна, вы не наша местная, хотя мы все здесь живем на Украине. Вы нас сначала католицизму нам здесь диктуете, этим памятникам. Вы все творите для того, чтобы...